Всем доброе утро, и сейчас хочу с вами поговорить на такую тему, да, рак и как же не останавливаться и жить дальше эту прекрасную жизнь. Так вот, смотрите, в моем случае у меня 4-я стадия рака, и живу я уже 3-й год с таким диагнозом, и готова прожить еще очень долго. И знаете, поначалу я 1-й год рыдала, ныла, 2-й год привыкла, я поняла, что это моя жизнь, и я хочу жить здесь, сегодня, сейчас, и знаете, как-то стало легче жить. Я проще взглянула на жизнь, не радуюсь каждому дню. И сегодня, на сегодняшний день, я стала художницей, пусть и начинающей, да, но тем не менее, я начала писать свои книжки, и скоро я вам все покажу. Если бы не болячка, рискнула бы я на такие подвиги? Нет. А вот заболела и поняла, что нет никаких границ, что есть у меня здесь, сегодня, сейчас, и должна я жить эту свою легендарную жизнь именно здесь, сегодня и сейчас. Потому что потом, ну, в моем случае может и не быть, да, но может и быть, вот. Поэтому я хочу, знаете, дать надежду, дать веру в то, что нужно бороться, не стоит опускать руки, нужно идти дальше, нужно жить жизнью, тут даже между химиями, не откладывать на потом. Вот, жизнь это прекрасно, и каждый день нам дается через такие боли и мучения, прохождение постоянных обследований, уколов, химии и так далее. Поэтому я хочу сказать, чтобы вы боролись, чтобы вы шли дальше, чтобы вы запаслись терпением и не откладывали ничего на потом, а жили здесь, сегодня и сейчас.